Всем привет, с вами Марисен, и перед тем, как я начну это видео, я хочу вас поблагодарить за 300 тысяч подписчиков. Я очень-очень рада, то, что вы на меня подписываетесь, и я буду делать видео еще лучше и только для вас. Пишите мне комментарии, я их всегда читаю и прислушиваюсь к вам, чтобы мои видео были еще лучше. Спасибо вам огромное. И еще небольшой подарок от меня, я думаю, вам будет очень приятно. Я решила, что до конца этого месяца мои видео будут выходить через день, и даже чаще. Так что следите за моими новыми видео, и еще раз вам огромное спасибо. А сейчас мы будем с вами играть в игру M-Star. Если вы внимательно смотрите мое видео, вы знаете, что мои любимые игры — это танцевальные. И я нашла такую для вас еще. И наконец-то мы приступим и будем играть с вами. Поехали. Я хочу начать игру с самого начала, потому что я думаю, вам будет интересно посмотреть, как я создаю персонажа. Ну, я думаю, 6-й тип сделаем, потому что она темная. Выбираем брови. Во, вот такие мне очень нравятся. Какая-то она вообще прям черная и неприкольно. Вот это мне больше нравится, похоже на Шрека. Но вот это вот мой типа цвет кожи, но на самом деле у меня цвет кожи света такой коричневый, золотистый какой-то. Глаза мы выбираем у меня коричневые, губы мы выбираем естественного цвета, ногти возьмем белого. Волосы черные, глаза, ну не такие большие, у меня конечно не очень большие глаза, но все равно. Брови мы выше сделаем и здесь под наклоном. Так, носы я вообще не умею делать, не знаю, братцы мне за это дело или нет. Мне потом получается какой-то... Нос не очень. Так, губы мы делаем толще. Похоже? Я думаю, нет. Так, выбираем стиль. Невероятное, умилительное, сексапильно. Но я возьму, наверное, вот этот. После создания этого персонажа ничего нельзя будет удалить. Я вас трудом узнаю. Как будто до этого я была некрасивой. Так, у меня сейчас будет мастер-класс. Вы готовы? Я готова. Вау. Добро пожаловать. О, ты говоришь со мной на русском языке? Блин, она так круто выглядит, мне прям как-то даже не по себе, я какая-то не очень. Я так люблю эти игры танцевальные вообще. Как я нашла такую игру? Я знаю, что вам понравится, если вы любите такие игры. У меня есть подружка Настя Рябова, кто смотрит мои видео. Мне кажется, она просто, когда увидит то, что я играю, она меня убьет. Потому что я еще ей не сказала. Так, все, я поняла все. Почему не пишет «Бабка рулит»? Ты что, знает про бабку Камказавру? Так я станцевала. Одновременно нажимать — это усложняет задачу. Мне еще такая неудобная клавиатура, так что если у вас маг, то вам будет очень неудобно. Я специально для этой игры теперь куплю клавиатуру. Ай, я промазала. Я не специально. Это неудобно, потому что. Ну, один раз промазала. Как она так делает? Такая вообще, да? Видно, качается. Хорошо, я поняла, пробел. Если я сейчас это все пройду, я получу подарочек. Я готова к вечеринке. Что-то я не очень красивая, если честно. Ой, я не готова, наверное, была. Только не, пожалуйста, не обижайте меня. Я просто стараюсь, я очень сильно стараюсь, на самом деле. Такого вообще не было в других играх. Ой, я не могу, я не понимаю сейчас, токи. А, вот, надо держать вниз кнопку и опускать. Ой-ой-ой-ой. Вообще, первый раз такое вижу. Я хочу магазин. Кто я, новичок, бывалый игрок, опытный игрок? Ты первый раз играешь в музыкальную игру? Ну, нет, не первый раз. Ну, средний, наверное. Ну да, мне знакомы музыкальные игры, я играла в Audition, я обожала эту игру, у меня там был очень высокий уровень, но всегда играла не очень. У меня даже там был парень какой-то. Можно магазин быть? Нет, мне надо танцевать. Да что, я ж не видела. Совсем все по-другому, конечно. Мне очень сложно, ребят, точно. Это же очень жестко, но я сраюсь. То я знаю, будете писать, а как ты так не можешь, вообще лихотня же. Боже, еще с половиной, больше половины песни. Время зажигать. Может, я не хочу зажигать? Вот если бы я в реальной жизни, я вам показала, как я танцую. Давай, Маш, ты сможешь. 82%. Ну ладно, вроде норм. Простите, если что не так. Так, нажимаем пробел. Эй, что? Я еще ничего не сделала. Вы видели, я такая только... Смотрю, а уже все. Хорошо, все, я просто не прочитала. Все, я поняла. Раз, два, три. Перфект. А, это же я. Да, это у меня на украинском так. Ну, а так я понимаю, что это перфект. А я думаю, что если вам понравится такое видео, то я буду еще снимать на эту игру. И уже с вами. Мне кажется, это очень круто, так что находите меня. Мой ник Сен-Мари. Если я буду снимать, я буду писать это обязательно ВКонтакте. У меня так глаза разбегаются вообще. Боже мой, сколько всего. Только почему-то я похожа на какую-то индуску. Но вы знаете, в жизни меня очень часто сравнивают с индуской. Наверное, это все-таки я. Я хочу как-то одеться. Сколько у меня денег? 5000 монет?
и одна конфета. Вот это вот бред, я бы такое никогда не делала. Давайте носки поменяем, и то и они так не идут. Эти носки я тоже сниму. Так, я назову свою комнату Мари Сен. Я уже, честно, очень хочу с вами снять видео. Я думаю, это будет очень круто. Представляете, я создам какую-то комнату, и вы все будете заходить, мы будем вместе играть. Ну, не знаю, я просто обожаю такие игры, и мне будет реально очень приятно с вами играть. Ого, тут русская музыка есть. Давайте, сложность пусть будет средняя. Ну, зачем мне легко? Давайте средняя. Или все-таки легко? Пусть будет средняя. Настя меня убьет, она, мне кажется, будет тут со мной играть, это 100%. А можно за ней повторять? Так красиво вообще. Я научусь обязательно играть нормально. А есть тот, кто играл тоже в эти игры, но не всегда у них круто получалось, хоть бы они даже играли бы очень много времени. Вот у меня, например, такая фишка. Сколько бы я ни играла бы, увы. 100% вы видели было? Время зажигать, это что-то сейчас жесткое будет. Белые мои ногти, я вижу белые ногти. Победа, оценка Б. Мне кажется, это отстойная оценка. Ну ладно, это же первый раз. Выберем песню, например, какого-то диджея. О май гад. Ой, это тут еще это надо делать? А, все, я поняла. Тут еще интересней. Я даже комментировать ничего не могу, потому что я стараюсь. Опа, Гамна Стайл. Оп, оп, оп. Эх. Ой. Я думала, что уже конец. Правильно, надо, Маша, быть внимательнее. 45%. Ладно. У меня уровень 3 уже. Ура. Город питомцев. Тут есть питомцы? Ой, люди есть. Привет. Хрюшка. Смотрите, мы видим, что он смотрит. Он сейчас в магазине был. Прикольно тут. Я думаю, на этом мы и закончим. Я думаю, вам было приятно увидеть такую игру. Честно, я в шоке. Мне она очень понравилась. И я хочу в нее играть вместе с вами. Давайте добавляйтесь. Будем вместе снимать видео. И мы с моей Машей, вот этой вот зелененькой, говорим, чтобы вы ставили нам пальцы вверх. Вниз не ставьте, потому что у нас такого нет. Вы же знаете. И, конечно же, с вами была Мари Сен и Сен-Мари в игре. Пока на связи через камеру. XO. XO.